В этой серии мы спустимся с перевала Стегрора в долину реки Истра по довольно известной дороге, называемой Лестницей Троллей. Затем мы посетим смотровую площадку, расположенную возле дороги Е136, с которой открывается вид на стену троллей и гору Сторе Тролльтиндан, на которой мы были незадолго до этого. Затем мы переместимся к Атлантическому побережью и проедем по Атлантической дороге, находящейся между поселками Виванг и Карвак. И заключительной частью этой серии мы посетим водопад Вину над долиной Сундалин. Над нами возвышается гора Монах, и мы движемся в северном направлении по 63-й дороге. Сейчас мы достигнем туристического центра Лестницы Троллей и начнем спуск по этой извилистой дороге. О ней я уже много рассказывал, и мы неоднократно видели ее на предыдущих видеоотрезках. Сейчас время спуститься по ней на автомобиле. Вот справа начинается центр для посетителей. Мы находимся на перевале Стегрора на высоте 705 метрах над уровнем моря. Слева от нас течет река Истра, и мы начинаем спуск в ее долину. По хорошо известной дороге Лестницы Тролля. Значит, дорожные знаки показывают, что движение автомобилей ограничено длиной до 13,5 метров. И, значит, подъем составляет или спуск до 10%. Дорога имеет очень хорошее покрытие. Значит, нам предстоит преодолеть 11 поворотов. И вдали уже мы видим долину реки Истра. Там вдали, примерно в 20 километрах отсюда, лежит городок Андельснес, к которому мы и направляемся. Вот сейчас будет первый изгиб дороги. Каждый изгиб имеет свое название. Я их, конечно, не знаю. Вот была табличка, на которой можно было прочитать название. С левой стороны виден водопад, вытекающий из озера Штикботн. Мы проходили рядом с водопадом и рядом с озером, когда выполняли маршрут к горе Сторе Тролльтиндан. Вот впереди мы уже видим водопад Штикфоссен. Вот в этом месте дорога сужается, и два автомобиля не могут разминуться. Поэтому нужно обождать и пропустить автомобили, идущие на подъем. Да, есть такие участки, но в принципе почти на всей дороге два автомобиля могут разминуться. Где не могут, там предусмотрены так называемые карманы. Ну или если дорога хорошо просматривается, то карманов нет. Так как я уже говорил, мы
подходим, подъезжаем к водопаду Штикфоссен. Этот водопад образует река Истра. Этот второй поворот, он тоже имеет свое название. Мы были здесь, когда спускались по тропе Кловштин. Но об этом я уже говорил, что многие века здесь существовал пешеходный маршрут, по которому люди ходили на ярмарку, а впоследствии уже была построена сначала, это третий поворот, уже была построена в начале дорога, по которой могли ездить гужевой транспорт и ходить люди, а потом уже и автомобильная дорога. Я рассказывал о инженере Нильсе Ховденаке, который исследовал эту местность в 1896, по-моему, году. Вот справа была видна оставшаяся старая тропа. Это четвертый поворот. Вот табличка тоже говорит о его названии. Да, так Нильс Ховденак, инженер, исследовал эту местность, и, ну, об этом я уже рассказывал, и предложил построить здесь дорогу, и имел планы, это уже, по-моему, пятый поворот, и имел планы построить здесь впоследствии автомобильную дорогу. Хотя ему вначале не начальник его отнесся очень скептически, но в конце вторичные измерения. Так, мы проезжаем сейчас известный мост Штикфоссенброа. Здесь мы тоже были. Тут всегда останавливаются люди, есть небольшой карман и смотрят на этот красивый водопад. Так, вот мы подходим к шестой извилине. Да, но здесь дорога тоже узкая и надо обождать. Вот движется широкий автомобиль и... Да, здесь... Могут зеркала зацепиться. Так, мы едем дальше. Да, вот шестой поворот. Значит, после вторичного измерения было решено строить дорогу. Она строилась с 1913 году, она была закончена, может, 1908 по 1913. Это седьмой поворот. А в 1936 году уже была открыта дорога для автомобилей. Сейчас мы приближаемся к водопаду. Он без названия, я называю его изящный водопад. Он вытекает из озера Штикботн, возле которого мы проходили. Так, это уже будет, пожалуй, девятый поворот. Тут вот тоже табличка справа. Он имеет свое название. Открывается уже обширный вид на водопад Штикфоссен. Мы приближаемся сейчас к
10 изгибу. Да, здесь мы тоже вынуждены остановиться, потому что на этом мостике мы не разъедемся с жилым автомобилем. Так, и десятый поворот, и пожалуй нам остается еще один изгиб здесь. Вот это вот, возможно, 11-й. Ну вот и все, мы уже спустились по Тролльштигену. Мы остановились и окинем на прощание взором местность, в которой мы выполняли маршруты, и как пешие, так и автодорожные. Водопад Штикфоссен, мост Штикфоссен-Бруа, изгибы дороги, лестница троллей, Тролльштиген, водопад, ну и отвесные скалы. Ну этот водопад — это река Истра. Мы сейчас находимся в Раумдален, в долине реки Раума, и точнее сказать, в туристическом центре, называемом Тролльвеген, стена троллей. То есть там, где мы вчера были, теперь мы посмотрим на стену и горы из долины. Это вид сверху с хребта Штабескарет, и внизу и в центре фотографии, там где река Раума делает изгиб, мы можем узнать посетительский центр «Стена троллей», где мы сейчас находимся. А это уже вид с горы Стори-Тролльтиндан, и центр для туристов «Стена троллей» можно узнать у самой левой кромки внизу. Это также вид с горы Стори-Тролльтиндан. И здесь место, где мы сейчас находимся, довольно сложно узнать. Оно находится, едва видно у края кромки горы. Также вид с горы Стори-Тролльтиндан. Место, где мы сейчас находимся, слева у кромки обрыва. Также вид с горы Стори-Тролльтиндан, и на этой фотографии центр для посетителей «Стена троллей» виден, пожалуй, наиболее ясно. Он находится внизу на изгибе реки Раума. Вот, сейчас я подойду чуть ближе к ограде, и оттуда мы уже более детально посмотрим. Ну, конечно, я ожидал лучшего вида. Ну, здесь еще проходит железная дорога между горами и центром, поэтому вид ограничен. Ну хорошо, сейчас подойдем к ограде. Начнем по порядку. Вот перед нами стена Тролльвеген. Ее высота 1700 метров над уровнем моря, и вертикальная стена порядка 1000 метров. Но я-то вчера говорил. Вчера мы были вот Штабескарет в начале, и потом мы начали наш маршрут к горе Стори-Тролльтиндан. Вот она сейчас в центре кадра. Но вообще эти горные формации называют вот это свидетель, потом невеста, и Стори-Тролльтиндан, как самый высокий, самая высокая гора, жених.
Вот. Ну и высота Storytroll Tindan 1788 метров. Это в регионе самая высокая гора. Мы находимся сейчас на высоте порядка 60 метров. То есть более 1700 метров над нами возвышается вершина. Ну вот это вот место, пожалуй, откуда раньше прыгали с парашютом. Джампинги. Сейчас я не знаю, кто... Вот. Так. Ну вот такой вид открывается на стену. То есть мы на краю дороги 136-й, это автобан, ну или... Да, это автобан считается, двухполосный, но автобан. И вот с этого центра для туристов можно посмотреть. Ну, также здесь есть неприятная вещь, то есть вот стоит обелиск. На нем довольно много имен тех людей, у кого эта стена, ну, забрала жизнь, или они отдали жизни за эту стену. То есть многие это альпинисты. То есть здесь восхождение тоже непростое, могут быть и лавины, и камнепады. Вот. Ну и многие есть также с парашютом. Люди, которые прыгали джампинг. Ну, стена, конечно, впечатляет. Я повторюсь, на эту стену почти, сколько, 60 лет назад, в 1965 году, вот поднялись, я это вчера много раз упоминал, две группы, то есть 10 дней понадобилось норвежской группе. Вот, конечно, это даже и не верится, как можно на эту стену подняться. Ну вот, в принципе, и все. Пойдем дальше. Паромная переправа через Лангфьорд. 64-я региональная дорога прерывается, и здесь курсирует паром. Довольно большой паром. Буквально через 10 минут мы уже подходим к причалу. Паром идет очень тихо, не дребезжит. Прям идеально. Сейчас будем причаливать к пристани.
Мы достигли Атлантической дороги. Атлантическая дорога – это часть 64-й региональной дороги, расположенная между городками Мольде и Кристиансунд. Точнее говоря, это участок этой дороги протяженностью 8274 метра между поселками Виванг и Карвак. Атлантическая дорога входит в число 18 туристических дорог Норвегии, то есть дорог, которые отличаются природной достопримечательностями, природными достопримечательностями или красивыми видами. Дорога проходит через небольшие островки и имеет 8 мостов. В 20 веке здесь планировалось строительство железнодорожной дороги, но впоследствии от нее отказались и решили строить автомобильную дорогу. Значит, ее строительство было начато 1 августа 1983 года и закончено 7 июля 1989 года. До этого здесь существовало паромное сообщение. Значит, после того, как была открыта Атлантическая дорога, в течение 10 лет она была платной. Значит, как я уже говорил, 8 мостов имеет этот отрезок дороги, и один из самых известных мостов, вот он открывается, вид на него открывается уже вдали, это Штор Зай Зунд Броа, то есть мост через пролив Шторзай. Его длина 260 метров. Вот знак туристической дороги справа был. Значит, его длина 260 метров, а максимальная высота 23 метра. Вот хороший вид на него. Шторзай Броа. Его называют еще пьяным мостом. Значит, довольно популярна эта дорога у туристов, и также многие местные жители занимаются здесь рыбалкой. Но сейчас этот мост ремонтируется, вот, и строители регулируют движение. Значит, в результате приливов и, соответственно, отливов переносится с Атлантики много корма, и рыба идет за кормом, поэтому много рыбаков. Все места для рыбной ловли и также для туристов, они огорожены, потому что течение довольно сильные. Вот имеются также специальные туристические места для остановок, где можно посмотреть на Атлантику, также проливы. То есть дорога имеет довольно большое значение для туристов. Значит, строительство этой дороги обошлось в 122 миллиона норвежских крон.
И эта дорога в 2005 году была признана норвежским строительством столетия. Мы посмотрим Атлантическую дорогу следующим образом. Вначале мы проедем с запада на восток, эти примерно 8,5 километров, а затем вернемся и посмотрим на наиболее интересные с моей точки зрения места в отдельности. Это вид с одного из холмов вдоль Атлантической дороги. Вот сейчас камера направлена в южное направление, в сторону поселка Виванг. Вдали уже простирается океан. Здесь растет довольно крупный вереск. Это также вид с одного из холмов невдалеке от моста Сторзай-Зундбруа. В направлении океана уже взор, шхеры многочисленные. Пожалуй, мост Сторзай-Зундбруа самый примечательный. То есть Сторзай — это название пролива, Зунд — это пролив, Бруа — мост, то есть мост через пролив Сторзай. Такой горбатенький мост. Ну, в принципе, на лофотах таких мостов тоже много. Это и там проливы намного больше. Thank you.
находимся сейчас возле Атлантической дороги. Атлантическая дорога – это часть 64-й региональной дороги между поселками Виванг и Карвак. Ее протяженность чуть более 8 километров. Пересекает она или содержит она 8 мостов. Этот мост называется Штор, Штор-Зай-Зундбро. То есть мост через пролив Штор-Зай. Он наиболее примечателен. Дорога эта была, или ее строительство велось с 1983 по 1989 год, 6 лет. И, значит, в 2005 году эта дорога была признана как строительство века. Вот так. Ну, поскольку здесь очень много проливов, то и во время приливов и, приливов и отливов очень сильные течения, то все места огорожены. То есть есть боковые смотровые площадки для рыбаков и так далее, они все огорожены. Ну вот вкратце и все у этой довольно популярной дороги. У каждого моста или почти у каждого моста вдоль Атлантической дороги есть стоянка для машин. И небольшие участки природы, где можно пройтись. Вот, например, здесь у моста Штор-Зай-Зундбро есть памятник. Он посвящен всем оставшимся в море. Соседний мост к югу от Штор-Зай-Зундбро, он не так впечатлителен, но здесь есть площадки, где можно подойти к проливу. Вот мы сейчас это и сделаем. Вдалеке слева виден мост Штор-Зай-Зундбро. Это мы смотрим в залив, или это фьорд. И вот здесь есть такой холм, на который можно пройти. Но место очень любимое среди рыбаков, потому как течение во время прилива и отливов приносит очень много корма, и рыба охотно, в общем, здесь водится. На опорах вот гнездятся или сидят чайки. Сейчас время отлива, и вода уходит из залива в океан. Ну да, течение видно, насколько оно сильно. Ну сейчас, в принципе, полнолуние, сейчас течение должно быть наиболее сильным. Мы пройдем под мостом, чтобы не обходить, и я думаю, можно будет выйти уже с другой стороны моста. Ну вот на таких сваях мост стоит. С виду он не настолько прочен, но так. Ну, вдали уже океан. Это уже видно океан.
Ну, возможно, мы здесь не сможем подняться. Ну, сейчас попробуем. То есть, вот эти холмы, Шхеры, а вдали Атлантика. Ну, вот такой вид в северном направлении. Ну, это в южном направлении, в сторону Виванга. Ну, здесь уже видно залив. Ну вот человек только что поймал вот такую рыбу. Ну вот потому как пенится вода у свая, можно судить о силе. Ну сейчас отлив, отливного течения. Конечно, или сейчас пик, или уже стихает, да. Ну, видно, явно видно, да. Не слабое течение, не слабое. Еще один вид с этой вот площадочки смотровой. И на этом мы закончим. Над региональной дорогой 70 и рекой Дрива. В Сундалях возвышается вот такой вот горный массив. И с его стен спадает довольно заметный водопад. Но мы попытаемся подняться метров 200, и оттуда он должен быть хорошо виден. Сундалин, счет река Дрива. Здесь довольно много водопадов. Водопад этот Вину называется тут. Здесь площадка для машины. Описание. Вот такой простенький указатель к Винуштайн. То есть ну вот мы поднялись до Винуштайн. Камень Вину, водопада Вину. Водопад Вину — самый высокий водопад в Европе. Или шестой водопад по высоте в мире. Его высота достигает 865 метров. Водопад является частью реки Вину, которая ниспадает с горы Вину Филет. Река Вину питается с ледника Винуфона, находящегося высоко в горах. Водопад впадает в реку Дрива, у которой мы находились ранее.
здесь еще можно подняться. Мы сейчас будем следовать еще пару сотен метров этой тропинки. Вперед. С тропы открывается вид в долину. Вот справа течет река Дрива. Вот мы достигли верхней точки тропы, и отсюда водопад уже виден лучше. Но он бросает очень много водяной пыли. Долго мы тут не простоим. Ну, мощный водопад, мощный, винный. Водопад винный. Там довольно высокие горы, и по GPS-карте он, водопад берет начало с ледника. Ну, это видно даже по его мутноватой воде. Краткий вид из долины на водопад Вины. Ну вот примерно к тому камню мы поднимались. Водопад Вину был последним этапом этого путешествия по Норвегии. На его красивом фоне я хотел бы попрощаться с вами, поблагодарить вас за внимание, пожелать мира, оставаться в добром здравии и хороших, интересных, активных путешествий.